Паркис Медикус. Коррекция функционального состояния организма человека. Гармонизация физиологических процессов. Оздоровление и омоложение при помощи трансляции в организм эталонных здоровых частот, программы и комплексы. Заоблачные выси, спеши, дорога кратка. И ты пришел не на века, на миг расцвета чувств и мыслей. И все, что было до тебя, прими как милостыню нищей. Раздай ту радость, что ты печали пряча и копя, поставь себе любой предел, перешагни его и снова, и пусть в сердцах осядет слово, которое сказать посмел. Тело уму не должно отдыхать, и праздность вязкая опять вернет к начальному пределу. Вгрызайся в мелочи и сны, ищи частиц элементарных в природе, в измах элитарных, чтоб стали гении ясны. Не уворуй чужих ключей, но постучись в любые двери, предощущение проверить, что корень истины ничей. Найдя в скелете мироздание, который сам построил ты, ячейки черной пустоты, разрушь его до основания, как муравей начни опять искать гармонии единой. Не утешайся половиной, где можно целое объять. Будь у наитий в кабале, но поверяй их ритмам чисел, стремись в заоблачные выси, но стой при этом на земле. Друзья, всем бодрого начала второй половины недели. Секреты, выпуск 41. Мы рождены, чтоб сказку сделать былью. Встречаем Юрия. Поехали. Поехали. Мы рождены, чтоб сказку сделать былью. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый день, доброе утро, доброго времени всяческих разных всевозможных суток, которые уменьшаются у нас на глазах. Всем здравия, благополучия, позитива, хорошего настроя на новые дела. Ну и традиция. Во-первых, случилось маленькое чудо, вдруг откуда ни возьмись, оказалось, что вместе, где я некоторое время тому назад работал, занимался преподавательской деятельностью и много еще чем, в связи с темой целительства, Международная лига целителей там, и так далее, я рассказывал об этом, о своем участии во всем этом. Значит, там
работа продолжается, и ее руководитель Оскар Пейпинч вдруг любезно мне сообщил, что, оказывается, я им оставил определенное количество экземпляров своей книжки в бумажном виде. Они все это хранили, и теперь у тех, кто живет в Латвии, есть возможность прямо туда обратиться и получить там необходимое им количество книжек, которые выглядят вот так. Вот. Секундочку. На себя чуть-чуть, на себя, да. Во, да. Во, видно, да. Ну, это та самая книжка, которая давным-давно есть в свободном доступе в интернете. Я много раз делал на нее ссылку. Но теперь, по крайней мере, те друзья наших каналов, повторяю, которые живут в Латвии, ну и сюда эстонцы, и литовцы заезжают с удовольствием, могут обращаться в центр Аквилона. В ссылке под этим видео, то есть в первом прикрепленном авторском комментарии, который все время на первом месте стоит, там будет телефон, по которому вы можете позвонить, договориться, и вам вручат эту замечательную книжку. На каких условиях, ребята, извините, пардон, я оставлял им это так, как есть. Как они вам это будут передавать, я не знаю. Я как в свое время все это бесплатно раздавал, это мой принцип. Последняя большая партия этих книжек, там 200 экземпляров, мной лично была отдана в Рижскую центральную гомеопатическую аптеку, и там ее размели просто там, за неделю. Сейчас там ее нет. Значит, вот такая возможность. Это приятное первое. Дальше. Да-да. Безусловно. Дальше. Среди тех друзей наших каналов, которые активно занимаются комментированием роликов, в частности, ответов друзьям наших каналов на вопросы, возникают периодически разные недопонимания и просьбы уточнить. Вот одна из этих просьб, и с ней обратилось порядка 10 человек, поэтому я уж решил, все, я это дело возьму в свои руки, в буквальном смысле, и демонстрирую вот это. Значит, так выглядит то самое средство, о котором я говорил и которое рекомендую. А вы знаете, что я редко что-то рекомендую вот таким образом. И это производство фирмы Хризал. В Латвии есть представитель этой фирмы. Он занимается конкретно всем этим. И если у вас появятся вопросы, телефон этого человека тоже будет под этим видео. Звоните ему, получите максимально исчерпывающие ответы. Он такой человек пунктуальный, дотошный, любит, чтобы, ну, все там абсолютно до микрона было объяснено. Мне в нем это нравится. Кроме того, что он мой друг еще с 80-х годов. Но рекламирую это не потому, что он друг, потому что это я использую, ну, как минимум 3 года у себя и проверил на себе. Там еще есть другие варианты, очень-очень полезные во всех отношениях для здоровья. В том числе для здоровья вашей посуды, чтобы там чего не надо не заводилось, и чтобы все было очень красиво и правильно. То есть гуманно по отношению и к себе, и к окружающей среде. Дальше. Много вопросов было. Но это не в комментариях на канале YouTube Астралионика, это в других ресурсах, но ну, очень было много вопросов, которые появились сразу после того, как в сети был опубликован маленький видеоролик. Там некая фигура, ангелоподобная, с крыльями, со щитом и с мечом, была вырыта где-то там
в алтайских местах. Ну и вокруг ходят изумленные люди, позируют и измеряют температуру. Если не ошибаюсь, там температура была измерена этой замечательной фигуры. У нее 35 градусов каким-то образом появилась. Значит, мы по этому поводу спросили наших друзей, что это такое. Ответ был следующий. Это, если угодно, специальным образом, с применением их технологий, охранник этой земли. А кто конкретно? Плеядианцы. Больших подробностей мы не получили. Но такой ответ говорит им, что все серьезно, что это намекает сразу на очень многие обстоятельства, которые я здесь и сейчас обсуждать не буду. Символ мощнейший. Я думаю, что те, кто видели этот ролик, воодушевлены и правильно. Тут можно только радоваться, что у земли российской вот такие еще и, знаете, первое, что приходит на ум, это оберег. Дальше из позитивного. Стараниями ребят, которые занимаются работой сайта astralionica.space. Напомню, для тех, кто забыл или что-то слышал, а для тех, кто в первый раз слышит, сообщаю. Это детище не мое. Ребята сами создали сайт, свели на него все видеоролики, которые когда-либо были, и потом, к сожалению, некоторые снимались с каналов Астралионика, их забанили. А еще было много видеороликов, которые были на ресурсе mile.ru, на других. Вот они все эти ролики туда загнали, и поэтому astralionica.space фактически это главное хранилище всей видеоинформации. Причем той, которая даже на Астралионику YouTube не ставилась. И там огромное количество ценнейшей информации по тайной космической программе. Так что это наши замечательные ребята, там Евгений, главный у них в команде. Огромное ему спасибо еще раз. Так вот, эти же ребята по своей собственной инициативе при этом сайте создали радио, то есть потоковое радио, где круглые сутки идут те или иные видеоролики, но в виде подкаста. Я считаю, что это просто замечательная штука. Меня как-то даже это вдохновило на продумывание каких-нибудь новых видов взаимодействия с друзьями наших каналов. Пусть это пока останется секретом, есть интересные идеи. Дальше. Выражаю огромнейшую благодарность всем, кто помог в трудный момент нашему замечательному переводчику, интервьюеру, автору очень хорошего ресурса Cosmic Consciousness, космическое сознание, Александру Черкасову. От него лично, повторяю, огромная благодарность. И он сейчас, снявший с себя некий груз, трудится на всю катушку. В пятницу на прошлой неделе было записано интервью с Ребеккой Роуз, той самой, которая присутствует на канале Астралионика. И там будет очень много интересного. Ну, очень. При этом я тут должен подчеркнуть следующее. Ребекка сама вышла на мой канал, на наш канал Астралионика, написала там благодарность и написала свой почтовый адрес с предложением сотрудничать. Значит, я откликнулся, и она тут же предложила провести интервью, предложила свои материалы для публикации на нашем канале и сообщила, что у нее есть чем поделиться в связи с... Я сейчас такой намек только могу сделать. В связи с темой,
Россия и инопланетные цивилизации. То есть ей есть что сказать на эту тему. Дальше ждите самое ближайшее время. Это интервью появится. Причем оно, безусловно, будет в переводе на русский язык и будет на канале Астралионика-4. Напомню, у нас есть и такой. Там видеоролики только на английском языке, без перевода. И это для нашей англоязычной аудитории. И там, кстати, довольно много людей. Поэтому, когда спрашивают, а чего это там такое, ребята, прежде всего, учить языки, это никогда не плохо, это развивает сознание. А самое главное, нас давно просили о том, чтобы был такой ресурс, чтобы было куда обращаться за материалами. И на этом нашем канале Астралионика-4 есть видеоролики, которых нет в переводе и не будет на канале Астралионика и Астралионика 2 и Астралионика 3. По разным причинам. Дальше. Я думаю, что те, кто внимательно смотрят, исследуют и продумывают то, что появилось за последнее время на канале Астралионика, в частности, лекция в нескольких частях, посвященная швейцарскому контактеру с плеядами Билли Майеру, не могли не отметить очень высокий уровень и духовный, и духовно-информационный, который мы увидели в последней части этой лекции. Она проникнута великой идеей, той самой идеей, к которой периодически я пытаюсь подталкивать думающих, осознающих себя друзей наших каналов. Мы постоянно об этом говорим. Так или иначе, это звучит все время. Это тема позитивизации, если угодно, нашего сознания. Это тема мыслетворчества в позитивном смысле, в смысле создания наших индивидуальных, правильных мировоззрений и объединения их в единое мощное русло, которым мы пробиваем светлый путь к нашему светлому будущему. Вспомните, сколько раз об этом было сказано за последние 3 года. И вот в этой лекции Билли Майера все проникнуто этим. Хотя там огромное количество очень важной информации, данной плеядианцами, о том, как они, во-первых, видят то, что мы называем пространство и время. Как они используют технологии, основанные на управлении временем. И еще кое-что. Так что к этому можно добавить и то, что совсем недавно было опубликовано на сайте «Божественный космос». Это сайт, на котором публикуются переведенные на русский язык материалы с авторского канала или сайта Дэвида Уилкока. Там много чего интересного. Я, к сожалению, под этим видео не могу давать ссылку на этот сайт. YouTube его убирает. Эту ссылку он тут же мгновенно убирает. Ну, ничего тут не сделаешь, да? Такова политика. Но эта ссылка всегда может быть найдена в Телеграме, там, где у меня есть специальный канал Лира Астралионика. И там все желающие всегда видят, как там все меняется. Я постоянно туда закидываю ссылки на эти материалы. На мой взгляд, далеко не все там равного качества, уровня, достоверности на этом канале «Божественный космос». Я оставляю при себе свое мнение, но то, что я публикую на своем канале в Телеграме, это вот то самое. И ссылку на этот канал в Телеграме я сделаю под этим видео.
Далее. Что еще важно? Сейчас я эту тему, вот прямо сейчас, затрагивать не буду. Может быть, будут вопросы, связанные там, с здоровьем и так далее. Но в связи с очень многими факторами, воздействующими на нашу плотную энергофизику, очень многие люди в последнее время начали ощущать те или иные беспокоящие симптомы. Даже те, у кого до этого все в порядке, там, и с давлением, и с многими другими параметрами, начали многое ощущать. Не буду сейчас вдаваться в подробности, повторяю, почему это так. И многие просьбы сводятся к одному. Дайте что-нибудь простое, что будет обязательно помогать. Ну, хоть как-то. Так вот, самое простое, как обычно бывает, это в самой простой сермяжной практике врачевательской, идущей из колоссального опыта российских земских врачей. Был такой институт в царское время. Институт, в смысле, нечто существовавшее, как практика. Так вот, школа земских врачей. В этой школе чего только не было. И была гомеопатия в царское время. И было очень многое от доктора Залманова. Потрясающий был врач с колоссальным опытом, мудростью и умением брать все из народной медицины и применять это по делу. Так вот, грелка на печень, друзья. Это очень мощное средство. Возьмите, раздобудьте где-нибудь грелку резиновую малых размеров. Желательно все-таки резиновую. Электрическая грелка, если уж совсем ничего нет, ну ладно, бог с ним. И вот после каждой еды эту грелку на область печени. Я надеюсь, все друзья наших каналов знают, где у человека находится печень. Кто не знает, Google вам в помощь, найдете. Вот поели грелку сюда, и полчаса пусть она у вас здесь будет. Вы так поможете этому органу. Он так благодарно отзовется разными правильными симптомами. И главное, она сможет лучше очищать кровь. А с точки зрения и доктора Залманова, и всех остальных мудрейших людей от настоящей гуманной медицины, в нашей человеческой крови есть практически все, чтобы делать человека здоровым при любом натиске любых естественных патогенных факторов. Подчеркиваю слово «естественных». Мы за последние десятилетия находимся при колоссальном воздействии неестественных факторов, которых на Земле никогда не было и быть не может. К великому сожалению, это так. Но, тем не менее, и с этим организм справляется быстрее, когда ему помогают таким самым простым способом, который за редчайшими исключениями никому повредить не может. А вот насчет исключений, те друзья наших каналов, у которых есть какие-то крупные неприятности с печенью, где есть определенные противопоказания, они должны эти противопоказания обязательно иметь в виду, и прежде чем применять грелку на печень, посоветоваться, по крайней мере, со своим лечащим врачом или с кем-нибудь. Кстати, совершенно не обязательно, что там запретят это делать. Могут что-нибудь подсказать, как это можно сделать более мягко и щадяще. Далее. Так. Много было вопросов о том, каким образом в нашу совместную работу, между прочим, глобальную, друзья, мы в виде друзей наших каналов живем на всей земле. Вот тут неважно, это блин, сковорода, треугольник, кусок сыра или все-таки геоид. Неважно. Мы распределены по всему этому земному миру. Нас много.
И когда спрашивают, как еще шире все это делать, один из способов это, если позволяют обстоятельства, это сейчас для тех, кто живет в англоязычном окружении, мягко, аккуратно рекомендуйте материалы на канале Астралионика-4, потому что все больше и больше людей пробуждаются, и, знаете, с просонья куда только не влипнешь. Предлагайте им этот канал, и там информация по теме «Тайная космическая программа» на очень высоком уровне, с высокой доказательной базой. Ну, что тут еще можно сказать? Подсказать? Да. Подскажи. Аэростат и землетрясение. Ну, что касается аэростата, то, во-первых, почему-то все говорят об одном объекте. Он был не один. Вот начнем с этого. А как-то почему-то это не упоминается. Это первое. Дальше. Там все совсем непросто с этим аэростатом, воздушным шаром, еще с чем-то. Там очень хитрая была игра, в которой, так это, если аккуратно обозначить тему, принимали участие далеко не только земляне. Вот казалось, такой примитивный летающий объект, да, а как все может быть интересно? Дело в том, что версия, которая официально озвучена американцами, ну и потом всеми другими, она куром насмех. Ну, запустить воздушный шар, чтобы чего-то там наблюдать в штате Монтана, в других местах. Послушайте, времена монгольфьеров не надо сюда за уши притягивать. Существуют такие способы глубинного исследования космического, что все эти воздушные шары тут как мыльные выглядят. В этом смысле, в смысле такой гипотезы. Повторяю, там все гораздо хитрее, но пока сегодня я в эти детали углубляться не буду. И друзья еще не все нам на эту тему рассказали, попросили раньше времени это не озвучивать. И я вас уверяю, это не настолько сегодня важно. Ну, войны-то не случилось, правильно? Вот. А на Тайване, между прочим, какое-то время тому назад, что-то случилось. Вот что важно. И то, что там случилось и имело сейсмические последствия, это, так сказать, то, что связывает сейчас мой ответ со второй темой. Мы получили информацию от наших друзей, но ее много. Из того, что сказать можно, скажу первое, что волнует друзей наших каналов, живущих в Крыму. Там это не ожидается. Более того, предпринимаются все меры, чтобы это и не состоялось. Хотя не все там очень просто. Я уже говорил на тему, как все совсем непросто на территории России, на которой за время начала 90-х и до первых годов 2000-х нелюди чего только не понаделали. Даже не при попустительстве, а при прямом участии самих граждан России, неважно какого ранга, при прямом участии. И были заложены такие мины замедленного действия и с такими нехорошими функциями, самыми нехорошими. Вот единственное, что я могу сказать, самыми нехорошими из тех, о которых мы уже говорили.
И это все пока еще есть, друзья. Насколько все это есть в Крыму, это разговор отдельный. Но тем не менее, наши друзья попросили не переживать живущих в Крыму. Первое. Второе. Перед тем, как в Турции что-то там произошло, многие из живущих там людей, которые внимательно смотрят на события вокруг, которые привыкли наблюдать, анализировать, сопоставлять, зафиксировали приближение к внутренним водам Турции того самого корабля, который относится к системе ХАРП. Напомню, система ХАРП – это не только площадка в Гаконе, на Аляске. Это уже давно распределенная глобальная система, которая позволяет в любой точке земного шара организовать все, что хочешь. Хотите землетрясение любой бальности, хотите ураган с высочайшей точностью. Так вот, живущие в Турции сразу там навострили уши и начали в пабликах что-то такое печатать. Это было буквально за день-два. Когда произошло что-то, ну, все сразу в один голос из тех, кто все это обсуждал, начали тыкать пальцем в ту сторону. Вот, мол, злодеи учинили. Сразу, что касается этого корабля. В данном случае нашими друзьями констатировано, что он, этот корабль не участвовал и не мог участвовать в этом происшествии. Но под этим кораблем находился некий интересный транспортный объект, который направлялся к Турции для забора товара, в том числе из того места на границе Турции и Сирии, которая до вот этого недавнего времени была локацией подземного объекта, на котором добывался хром. Вот тот самый хром. Ядри его, простите меня глубоко за выражение. Тот, который связан со всей мерзостью, на которую способны нелюди для получения драгоценного для себя вещества. Ну и, как вы понимаете, пришлось им, не солоно хлебавши, теперь отбывать. Теперь по существу. О том, что некоторые действия руководства этой южной страны не останутся без последствий при любых других приятных, понятных видах взаимодействия, было сказано не в бровь, а в глаз. Помидорами не отделайтесь. И это было сказано не в смысле «отомстим», а в смысле абсолютно точной констатации того, что кое-что прощаться не может. Потому что во взаимодействии первых лиц государств России и Турции участвуют те, кто над, те, кто курируют ситуацию на планете. И нарушение договора влечет за собой не возмездие, а воздаяние. Неотвратимое. Оно может быть оттянуто на какое-то время. И первому лицу некоторого государства дается информация, чтобы приготовился, чтобы все было сделано для максимального уменьшения возможных потерь человеческих. Теперь вопрос, сделано было это риторически? Смотрите, сколько жертв. И это только один маленький аспект этой сложнейшей темы.
Значит, была проведена серьезнейшая операция объединенных сил светлых космических наших братьев по уничтожению того, что должно было быть уничтожено. И еще раз повторяю, был дан люфт временной. Определенным лицам было сказано: так все делается. Не сделать это было невозможно, потому что существуют еще и сроки их совместных операций, нарушать которые невозможно, потому что это санкционируется на еще более высоком уровне. Тема участия земного человечества в работорговле своими же представителями должна была быть закрыта наглухо уже в 2012 году. А она продолжается. То есть всяческие нелюди, МКК и прочие до сих пор пребывают в странной ситуации какой-то прострации в надежде, что гешефты состоятся, что за товаром будут прилетать, забирать и так далее. Я об этом говорил уже. Этим планом сбыться не суждено. Тем не менее, их античеловеческая, противозаконная с точки зрения космоса работа продолжалась. Все были предупреждены. И не только в Турции, в других местах, где тоже шарахнуло по всему шарику. Смотрите, что происходило в сейсмике в эти сутки. И в Нью-Йорке, в штате я имею в виду, и в других местах. То есть произведена глобальная операция. Дальше. Еще раз повторяю, там, где это необходимо, руководство этих стран предупреждается. А теперь встает вопрос, а насколько это руководство руководит, как говорили в советское время? Мы видим, что информация дана, а реальной подготовки практически не было. Ну, такова ситуация. Давайте ее менять, друзья, совместно, нашей общей работой. Чтобы в конце концов, если уж есть руководители государств, чтобы они руководили, а не те, кто их дергает за ниточки, держит за интимное место или еще же за что-нибудь. В частности, теперь уважаемому первому главному турку дан шанс. Он может оказаться последним. Ему дан шанс перестать соваться туда, куда не надо ему было соваться давно. И по поводу этого он тоже получал из соответствующих инстанций указания. Не обращал внимания, на что надеялся, но, наверное, на тех, кто его держал за интимное место. Так у них все там организовано. Пока еще. И теперь ему придется выбирать. Или сохранность интимного места, или что-то другое. У него есть шанс не потерять лицо, у него есть шанс остаться у власти и сделать хоть что-то по-настоящему великое. Великое. А теперь открытым текстом. Что великое? Очень коротко и очень по существу. Ататюрк, которого очень не любят вспоминать верхние власти в Турции с некоторых пор. Очень не любят. Он завещал крепить дружбу с Советским Союзом. Последние времена Турция ведет себя, мягко выражаясь, не в соответствии с завещанием великого турка. Не первого, а великого. Ата, отец нации. Кстати, если говорить там о генетике, ну, не был он таким уж чистокровным турком, ровно точно так же, как и первый, нынешний. Тоже можно к чему-то там слегка придраться. Так вот,
Сейчас у него шанс. Как он это использует? Теперь это его дело и дело тех, кто присные там при нем, не воспользуются шансом, значит, будет сметен вихрем новых времен. Это однозначно. Там есть еще одна превходящая в его шансы. Ему продлили возможность пребывания в физическом теле. Об этом мало кто знает, как говорят некоторые источники российские, но это факт. Так что посмотрим. Если, я подчеркиваю, если те, кто провел эту глобальную операцию, и еще более высокие инстанции, сейчас, вот в эти дни, обнаружат, что вот здесь у первого человека в Турции не происходит необходимых мысленных мероприятий в нужную сторону. Если там еще копошатся какие-то идеи, великий Туран, ну, мы же знаем, что все это у него там было, только мы еще больше знаем, что все такие мысли о такой великости, они умело насаждаются все той же гадящей англичанкой. Но вся история об этом вопит, когда используются такие вот притязания мелких Наполеонов для того, чтобы чужими руками строить мир под себя, а потом приходить и собирать сливки. Вот если у этого человека там еще что-то такое будет копошиться, значит, нам было сказано, 3 раза еще что-то там произойдет. Я от всей души желаю турецкому народу всего максимально хорошего, доброго, прекрасного, здорового. И тем более сейчас, когда нужно не просто соболезнования, нужно посылать им мысли, мысленную энергию в помощь, для того, чтобы выстоять перед этим испытанием. Но это тот самый случай, когда первый и вся Турция вместе должны решить, что они будут строить. И в чьих интересах, друзья? И на примере Турции это же сейчас встанет в полный рост перед всеми странами, государствами, народами и так далее. Подчеркиваю, всеми, без исключения. Ну, пока все на эту тему. Ну что, приступим ваять сказку в быль. Давай, попробуем. Людмила задает первый вопрос. Здравствуйте, Юрий и Владислав. Что вы понимаете под этими словами? Какую сказку мы должны превратить в быль? Это будет сказка на основе высокой супертехнологичности общества? Или мы станем максимально приближены к природе с раскрытием собственных магических способностей? Или это должно стать какое-то универсальное соединение? Основная масса людей, не исключая себя, пока все-таки продолжает оставаться на уровне профанов, получающих максимум информации, но по сути не обладающих ни знанием, ни осознанием для его применения. Кто будет обучать человечество? Поехали. Ну, во-первых, при желании и готовности помогать человечеству в освоении знаний, умений, технологий есть кому. Но вопрос, а кто это есть кому? Слушайте, смотрите канал Астралионика. Там сказано, кто конкретно не просто готов, а кто посылает сюда своих, чтобы они все это делали.
И мы называем этих людей в нашей человеческой истории гениями, светочами, духовными лидерами. То есть это не будущее, это наше прошлое, это наше настоящее. Это уже происходит. Теперь еще более конкретно, какую сказку мы должны претворить в жизнь. Ну, я сразу забегаю очень-очень вперед сегодня и хочу сказать Людмиле, я очень надеюсь, что то, чем я сегодня буду завершать нашу беседу, в свертке такой, сжатой до максимальности, вы получите этот ответ в определенном ритме. Что касается технологий и многого другого, если все, что мы сейчас делаем, будет реализовано, то эта быль будет прежде всего адекватной окружающим нас обстоятельствам во всех смыслах. Прежде всего в макрокосмическом. То есть это все должно быть в соответствии с приходом новых энергий. Без учета этого фактора можно разглагольствовать о чем угодно. Я постоянно об этом говорю. Я постоянно ссылаюсь на максимальную объективность этого фактора, который измерить можно, постоянно отслеживается. И то, что отслеживается, говорит о том, что этот фактор продолжает усиливаться как фактор влияния на все, что происходит на Земле. И постоянно подчеркиваю, что этот фактор в нашу пользу работает, потому что вместе с приходом этих новых космических энергий, неважно там откуда они идут, из центра галактики, а может быть еще более высокого уровня, приходят новые вибрации, так называемые, частоты. Мы в регистре частотном повышаемся, а те, кто пока еще хватается за бразды правления, и неважно, они хвостатые, серые, бурые, малиновые там какие-то, они не повышаются, они не могут вписаться в эти условия существования. И самой этой объективностью они уже обесточиваются, обессиливаются, они беснуются из последних сил, ощущая все это, и в этом смысле их судьба понятна. Но это то, что приходит, оно и будет диктовать конкретику реализации были технологий, многого другого, что мы можем назвать техномагией, если угодно, еще как-нибудь. И все это должно быть в абсолютной гармонии с окружающим нас живым миром. Не может быть позволено существовать технологиям, которые фактически являются вампирическими по отношению к окружающему нас живому миру. Каковыми являются технологии нашего типа? Они все построены на насилии над природой, на ее грабеже и на изъятии из природы всего, включая живой силы. Эти технологии тоже есть. Это должно быть прекращено. Так вот, все, что соответствует этим двум главным фактором, то есть макрокосмический и фактор нового состояния природы, это и будет главное. А все остальное – это уже мелочи и детали. Благодарю тебя. Мария Лучезарная задает следующий вопрос. О как! Вы долгоиграющим продолжением придумали выпуски и вопросы. Очень здорово! Мой вопрос. Дорогие Владислав и Юрий, нужно ли человеку с рождения иметь свой космический паспорт, натальную карту от мудрого и грамотного астролога? Может ли человеку это помочь в превращении его жизни из сказки, из его мечты, как маленький человек в сказках и рассказах услышал, в быль, то есть в его настоящую жизнь? С уважением, благодарностью за все ваши труды, Мария Лучезарная.
Что касается астрологии, я об этом как-то говорил и не единожды. Во-первых, в ней есть некое здоровое зерно. Напомню то, что было сказано несколькими контактерами, верифицированными, то есть теми, чья информация проверена десятилетиями. Это не выскочки из подворотни, еще кто-нибудь, кто там, которых сейчас просто тьма тьмущая. Это люди, которые, повторяю еще раз, и своей судьбой, положенной на кон, и своими принципами жизни, и своей информацией проверенной, доказали, что им можно верить. То, что сегодня нам известно как астрология вообще, неважно, западного типа или восточного, это жалкие осколки того знания, которое можно назвать вселенская навигация. У Алекса Кольера чуть больше на эту тему есть. То есть осколочек малюсенький этого знания, то есть как ориентироваться во Вселенной, в тех или иных ее участках, в галактике и так далее, и так далее, и так далее, с увеличением масштаба. Это было принесено на Землю и вот таким образом сохранено в таком примитивизированном виде. Тем не менее, существует реально доказуемая физическая связь между энергофизикой человека. Здесь слово «энерго» включается и энергетика наиболее плотной астральной части человеческого микрокосма, его животной части, подчеркиваю. Вот это все туда входит. Влияние на это со стороны, по крайней мере, планет Солнечной системы. Еще раз повторяю, строго физически доказуемо. И об этом я тоже говорил. Простейший пример. Связь Земли с Юпитером, например. Она есть. Магнитный вот этот хвост, это коса магнитного поля Земли, простирается фактически до орбиты Юпитера. Магнитная компонента в этом взаимодействии ипостасно или отобразительно, это и есть влияние на астральное тело человека. Тогда как электрические всякие там дела, это отобразительно ипостасно, эфирное тело человека. А если мы говорим об астрологии, астро, то есть нечто звездное, это то, что проявлено так или иначе в тех или иных параметрах и планет, которые внутри себя, каждая планета, имеет микроскопическую звезду. Никакой натяжки тут нет. Это все абсолютно вписывается в последнюю, абсолютно непротиворечивую теорию и практику, то есть технологии уже есть, электроплазменной Вселенной. Никаких противоречий, в отличие от эйнштейновских и прочих закидонов. Вот это все вместе, перелагаемое на вопрос о прикладных аспектах астрологии, работает. Из всего, что я сказал, самое главное, то, что я подчеркнул, это влияние на психоэнергофизику человека прежде всего через его животную часть. Она есть у всех. Это не плохо, это не хорошо, это факт. Главное здесь следующее. Кто управляет существом, именующим себя человек? Он сам, его высшее я или его низшая часть астрала? Вот и все. Хотите не быть подверженным астрологическим всяким выкрутасам? Становитесь человеком. То есть выходите из зодиака. Зодиак, то есть зоопарк, грубо говоря. Становитесь человеком с большой буквы, существом,
которое само управляет своими желаниями, хотениями, вожделениями и прочими астральными делами. В таком случае, в этом вопросе, в общем-то, отчасти, в ответе, точнее, звучит и ответ на этот вопрос. Для того, чтобы не надо было иметь никакого такого паспорта, надо просто стать человеком. И лишних бумажек не потребуется. А самое интересное, что все через это пройдут. И последнее. Сама теория и практика, и фундаменты, на которых строятся устои астрологии, допустим, западная, она же это самое утверждает. Звезды склоняют, но не принуждают. Так давайте не склоняться. Вот и все. Мне, кстати, очень понравился подарок твой Ричарду. Это только ты с богатой фантазией мог. Мне очень понравилось. Это так, это в сторону немножко. Легкая пауза. Все выше и выше и выше стремим мы полет наших птиц. А что с Егоркой? Что с Егоркой-то? А я жду от них сообщения. Посылка послана. Теперь от них жду. Три дитя уже есть. Мариэль, Егорка и Хорошо, Ричард. хорошо. Мы к этому вернемся. Сейчас отвечаем на вопросы. Так, от Яны. Это просто маленькая пауза была. Так, от Яны. Здравствуйте, уважаемый Юрий Владислав. У меня сперва предложение. А давайте для какого-нибудь выпуска попробуем задавать вопросы в стихотворной форме. Тут прям хочется сказать слабо. И мой вопрос о фантастических тварях. Есть ли инопланетян домашние животные и зоопарки? Как с этим должно обстоять дело в нашем сказочном будущем? Если говорить о том, что я лично знаю из контактов с теми, с кем мы общаемся, из информации, идущей от Алекса Кальера, от других проверенных, которые сейчас называл, верифицированными, все очень просто. Чем более высоко развитая цивилизация, тем меньше вероятность того, что эта цивилизация у себя на планете кого-то будет выхватывать из среды естественного обитания и сажать в тюрьму. Современные зоопарки – это в той или иной степени комфортные тюрьмы для представителей мира наших меньших или больших братьев. Значит, тут разобраться нам. Значит, когда мы видим в дельфинариуме прекрасных существ, которых язык не поворачивается назвать животными, а их держат там наравне с какими-нибудь, не знаю, там, цирковыми мартышками, с точки зрения космической этики это преступление. Так оно и есть. Я думаю, что в принципе этим все уже и сказано, а домашние животные, конечно, есть. Только они к ним относятся не как мы, к существам, которые вместе с нами населяют живой мир. Они к ним относятся соответствующим образом. И это все в высочайшей степени духовно продумано. Там великий менторский принцип присутствует. И они не что-то там слышали такое, что вроде как у нас человек как-то влияет на своих животных, там, на собаку, на кошку. Для них это космическое знание. И они знают, как осуществлять этот процесс. Процесс управления эволюцией таких существ и помощи им в самом главном, в приготовлении к восприятию индивидуального сознания. Индивидуальное сознание – это признак человека первого уровня, которым мы являемся. Так что там много чего есть, но в по-настоящему продвинутых, как мы говорим, высоких мирах
наших космических друзей. Зоопарков нет в том виде, в котором это присутствует на Земле. Я вспоминаю забавные картины, когда в той же самой Танзании люди ездят в бронированных клетках, а животные на них смотрят, они и понимают, ну вот это естественная среда, видимо, для этих товарищей, которые ездят в бронированных машинах, а они там спокойно пасутся и так далее. Так, но у нас прошел уже час, а это что значит? Это пора окунуться в океан музыки. Ну, да? по крайней мере, в прудик такой. Ну, Надеюсь, давай. вам будет приятно. Да. Я жизнь представляю просто, и видится мне в простоте, что разные люди, как звезды, на разной горят высоте, и каждый по-своему светит, свершая неблизкий свой путь. Миры одинокие эти, так хочется мне заглянуть. Посмотри, как необъятны звездной ночью небеса, в них уходят безвозвратно дорогие голоса. Одна пронесется, другая со шлейфом искрящимся вслед. Но лучше смотреть, не моргая, на этот космический свет. Так можно увидеть скорее, что шлейф — только пыль, полоса. И свет этот вовсе не греет, а только слепит глаза. И ступают тихо люди в воды светлых звездных рек, и зато друг друга любят, что расстанутся навек. Слабее размоста мерцают в холодной дали. Но здесь ошибиться так просто, не зная пространства до них. И теплые-теплые звезды летят по холодным мирам. И поздно, так жалко, что поздно, они открываются нам. Дорожу минутой каждой, и в печали, и в беде мы расстанемся однажды, чтоб найтись в одной звезде. Так, отдохнули и полный вперед. Так, следующий вопрос от Виктории. Здравствуйте, Владислав, Юрий и все друзья. Не успела к прошлой сказке. Может, сочтете возможным задать в этом эфире мои вопросы. Первый. Черная курица или подземные жители? В детстве и до сих пор холодок по спине и боль в душе после прочтения этой сказки. С чем это может быть связано? Расскажите об этой сказке Погорельского, Перовского. Кстати, говорящая фамилия.
Ну да. Оккультно-эзотерическая сторона практики писательской очень хорошо обобщена в стихотворении, которое я упоминал много раз. Стихотворение, написанное мистиком, оккультистом, эзотериком, весьма духовным человеком в лучшем смысле, Алексеем Николаевичем Толстым в XIX веке. Стихотворение названо по первой строчке: «Тщетно, художник, ты мнишь, что творений своих ты создатель». Найдите это стихотворение, прочитайте. Там все выписано, как происходит в абсолютном большинстве случаев творение, которое человек потом называет своим именем, в смысле, я автор. Это, так сказать, такой запев к моему ответу. Теперь по существу. Такого рода произведения чаще всего, и в данном случае есть такое дело, они так или иначе связаны с влиянием на человеческое сознание из каких-то инстанций. Совершенно не обязательно, что в данном случае речь идет о какой-то там подземной космической цивилизации, которая там выглядит как курица. Для тех, кто нам пытается помогать, в самом главном, без чего грош цена тому, что мы называем цивилизацией. То есть духовность, базирующаяся на морали и нравственности, и этике. Для этих существ, которые через это нам пытаются помогать в эволюции, есть масса вариантов, как они могут преподнести фабулу. Это уж наша задача осознать, что нам преподнесено в том или ином произведении, как красная нить, как фабула, как сказ. Я об этом говорил в прошлый раз. Что тут что? Что тут за зерно такое? И это касается и того, что мы называем народные сказки, эпосы, какие-то мифы, легенды. Во всем этом есть средоточие, которое самое важное для нас. Это же самое есть и в так называемых великих книгах. Пресловутые в Библии, в Коране еще больше. В других каких-нибудь книгах восточных. Там этого может быть еще больше. И включая всякие сказочно-легендаризированные эпосы Махабхарата, допустим. И других каких-нибудь. Надо искать зерно. А теперь сами подумайте и ответьте себе на вопрос: каково зерно вот этой сказки, о которой вы спросили? Есть над чем подумать. Да. И второй вопрос по поводу про 33 богатырей. Говорилось при вопросе о сказке о Салтане. Что это, подводная цивилизация? Я слышала версию, что это намек на наш позвоночник, где тоже 33 позвонка. Также, что позвоночник своего рода нотный стан. И через музыку можно влиять на его отделы и управлять организмом. Что могли бы вы раскрыть в этой части? Ну, мне кажется, ключевая строчка здесь. Тяжек воздух нам земной. А дальше я попытаюсь максимально коротко обобщить то, что я тоже должен был, отвечая на вопрос, говорить коротко. Сказки Пушкина – это некое своеобразное средоточие, гениальная свертка многих знаний, пришедших в прошлое того времени,
из легенд, сказаний, мифов, сакральных знаний, которые могла передавать Арина Родионовна Пушкину. О прежних временах, когда человечество спокойно, как естественным каким-то таким обычным делом занималось, общалось с представителями других цивилизаций, в том числе и тех, для кого родная среда – это водная среда. И тут никакой особой сказочности в этом нет. Для тех, кто за 3 года много чего слышал, смотрел и на нашем канале, и на других, которые мной были рекомендованы. Эмери Смит, один из ветеранов тайной космической программы. Он очень много рассказывал о своем опыте врача, который занимался определенными делами в подземной базе, куда им привозили представителей самых разных видов инопланетян, которые он должен был исследовать определенным образом. Из тех, с кем он там взаимодействовал, кого исследовал, ткани, иногда целые какие-то существа попадали к нему на стол, были представители морских видов, но чрезвычайно высокоразвитые. Это первое. Второе. Мифы и легенды африканского племени Догоны. Догонов. Нынешняя Мали. Западная Африка. Те, кто к ним прибыл, тоже интересным образом связаны с водной стихией. Прочитайте «Мифы и легенды Дагонов», там эти «Номо» и прочее. Я очень надеюсь, что у нас все-таки получится в кратчайшее время получить перевод очень интересного интервью, данного великим шаманом племени Зулу Кредо Мутуа, в котором он подробно и даже с фигурками конкретными рассказывает о всех видах инопланетных существ, с которыми африканские племена взаимодействовали тысячи лет. Это ценнейший материал, который до сих пор обойден вниманием всех, кто занимается переводом на русский язык такого рода видеороликов. Потрясающая информация. Очень надеюсь, что у человека, который уже помог с переводами роликов, которые стоят на канале Астралионика, все получится, и мы эту информацию получим. И он там очень подробно рассказывает именно об этом. Причем в таких деталях, которые не содержатся пока что в печатном виде. В том числе, как происходило своеобразное посвящение представителей племени Дагонов какое-то великое космическое знание, в наследие той цивилизации, которая туда прибыла тысячи лет. С Сириуса Б, если я все правильно помню. Так что эти 33 богатыря, ну, как минимум, две версии. Первое, представители подводной цивилизации, живущей многие тысячи лет здесь, на Земле. Может быть, сюда были принесены на Земле. Абсолютное большинство форм жизни, от растительной до животной, они не местные. Они сюда приносились много раз после того, как все живое с лика нашей планеты сметалось какими-нибудь катаклизмами космическими. Поэтому и в этом смысле мы живем на слегка такой не вполне обычной планете. И здесь есть, если мы говорим о представителях разумной жизни, похожей хоть как-то на нас, как минимум два таких вида. Оба называются русалы или русалки, мермейды всякие.
они отличаются друг от друга разными чертами, в том числе чертами характера. Есть те, кто просто нейтрален по отношению к людям, а есть те, кто человека очень не любит, и к ним лучше не попадаться. Плохо будет. Это первый вариант. Второй вариант. Ну, какой-нибудь космический десант с планеты, которая вращается вокруг звезды определенной, и на этой планете главная форма жизни – водная, которая совершенно не исключает возможности развития технологий, позволяющих осуществлять межзвездные, межгалактические полеты. Да запросто. Миллионы таких есть планет, и об этом знают в ТКП. И с ними, кстати, торгуют. Ну, пока так. Благодарю. Следующий вопрос из Соединенных Штатов Америки от Романа. Да, того самого Романа. Добрый день, Влад и Юрий Рубинович. Объясните, пожалуйста, почему плачет душа? Что такое слезы радости? Ну, здесь очень интересный вопрос, в котором слово «почему» можно представить двумя способами. Почему это в смысле «по какой причине», а можно слово «почему» разделить по «чему плачет душа». Тоже будет интересно. И в этом смысле вопрос просто такой очень объемный. Теперь, плачет она или не плачет? Ну, это, конечно, такое образное, красивое определение того, что бывает с человеческой психоэнергетикой, проявляющейся в том, что мы называем душой. Взаимообразно, кстати. Причин, может быть, масса, но чаще всего, если отвечать на этот вопрос полностью контекстно, как он задан, чаще всего это специфическое, негармоничное состояние тонкоматериальной сущности в нас является следствием наших неверных поступков. Вот почему это бывает. А дальше вагон и маленькая тележка того, что бывает в нашей жизни, когда мы не прислушиваемся к божественной частице внутри нас, связанной с нашей действительно наивысшей ипостасью, с нашим высшим я. И ну что дальше? Следствие этого непослушания. Поэтому я очень желаю от всего сердца Роману жить, максимально прислушиваясь к этой высшей ипостаси своей собственной. Она никогда не подводит. Она никогда не диктует. Она не вопит. Она не терзает. Она полностью соблюдает космический закон. Не навязывать. Она шепчет. А для того, чтобы слышать шепот этот, надо пребывать в гармоничном состоянии души, духа и тела. Это, то есть в том, о чем мы постоянно с вами говорим, друзья. Вот такой мой ответ на этот вопрос. Благодарю. Алексей. Здравия, Юрий, Владислав. Вопрос Юрию Рубиновичу. В вашем недавнем видео с просьбой о помощи вы сказали, что к лету ситуация и на немирной территории, и во всем мире радикально изменится. Какие у вас есть основания для этого заявления? Очень большие. Включая и то, что я сегодня уже говорил. Процесс усиления прихода
в нашу Солнечную систему и, естественно, на Землю новой космической энергии неостановим, и он ощутимо увеличивается во всех своих параметрах, которые можно измерить. Это очень важный фактор. Как бы это ни казалось странным и несоединимым с сутью вопроса, это очень соединимо. Ну и есть еще другие моменты, которые я пока озвучивать не могу. Раз обещали, значит, соблюдаем наши договоренности с друзьями. За это они нас любят, уважают, ценят, знают, что мы наши договоренности не нарушаем, в отличие от некоторых других. Но у нас есть все основания считать, что так оно и будет. Благодарю. Равновесие задает следующий вопрос. Из истории Пенни Брэдли. Освободите Дороти. Чем так ярко символично именно для них сказка «Алиса в стране чудес»? Один из номеров журнала «Экономист» тоже со ссылкой на эту сказку. Благодарю. Ну, все-таки «Алиса в стране чудес» или «Зазеркалье» – это «Алиса». Льюис Кэрролл писал об Алисе. А Дороти – это немножко все-таки, ребята, другая сказка. Там в американском варианте «Волшебник страны Оз». Это действительно особая сказка. И написана она человеком, о котором многое можно узнать. Почитайте его биографию, пожалуйста, вот. Если угодно, такое домашнее задание, покопайтесь. И чтобы совсем стало интересно, там ведь летучие обезьяны, да, присутствуют. И еще кое-что. То есть это произведение наполнено и оккультными, и другими символами. И именно поэтому в тот период, который переживала Пенни, и который до сих пор в ней жив, связан с этой сказкой. Не она одна прошла через все это совершенно жуткое, калечащее преобразование, с позволения сказать. И происходило это в те годы, когда сознание детей разного возраста, оно было под влиянием и этой сказки, и некоторых других. Именно поэтому все так и выбрано было. Потом были другие времена, и через определенное время уже не нужны были все эти зверские совершенно испытания для детей, из которых там на тысячу несколько человек всего выживало. Вот какая цена технологий ТКП. Давайте об этом тоже не забывать. И о чем я периодически говорю. Все технологии ТКП, медицинские, там, какие-нибудь средства передвижения и прочее, 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 они принадлежат человечеству десятикратно, именно потому, что это за счет всех видов эксплуатации человека, начиная с самых чудовищных, самых бесчеловечных, которые невозможно себе даже представить, а многих еще неизвестно только потому, что ветераны тайной космической программы поклялись о них не говорить. Это вообще уже за пределами того, что может выдержать человеческое сознание, когда оно встречается с такой информацией. Вас еще щадят, дорогие друзья. Всего еще не рассказано. И там такие сказочки, как у нас говорили в 90-х. Не знаю, как в России, но в Латвии в ходу была такая поговорка.
Как в сказке, чем дальше, тем страшнее. Так вот, чтобы мы не переживали никаких страстей, надо все это иметь в виду и всматриваться, вслушиваться, вдумываться какие-нибудь скрытые, казалось бы, от нас за легкой вуалью символы и знаки, имеющие место в этой сказке. Еще раз повторяю, в других тоже. Но коль скоро вопрос про Дороти с ее волшебными башмачками, то это было то время, конец 50-х годов. Благодарю. Максим, категорически приветствую. Категорически. Нас давно категорически не приветствовали. Давно слушаю ваши записи, бесед и ответов. Впечатлен до глубины души. Настал мой черед задать свой вопрос. Меня очень заинтересовал вопрос, касаемо источников наиболее достоверных сведений об уроженцах системы Сириус и их культуре. Юрий, что вы можете о них рассказать и куда мне обратить внимание в поиске? Вопрос сложный, потому что с некой точки зрения наше Солнце участвует в системе Сириус. И это, между прочим, отражено и в древнейшей египетской мифологии. Там это есть. И все эти горы и прочие боги, это все передано существами, которые рассматривали Солнечную систему нераздельно от системы Сириуса. Повторяю еще раз, с какой-то точки зрения, которая надстоит над этим участком Вселенной, так оно и есть. Ну, многие астрономы тоже знают об этой связи. Еще больше об этом знают те, кто глубоко изучал оккультно-эзотерическое наследие в какой-нибудь правильной школе. Например, в теософии есть об этом знание и понятие. Так что начинать-то тут надо с себя, между прочим. Если мы говорим о системе Сириуса. С этой точки зрения это квадросистема. То есть четыре звезды. Не такое уж редкое явление, между прочим, в космосе. И более того, считающееся наиболее стабильным во взаимодействии нескольких светил. Дальше. Система Сириус включает в себя три звезды. Сириус А, Б и еще одна, которая там имеется. А вот о третьей знают уже немногие. Ну, примерно так же, как о том, что внутри нашей Солнечной системы два светила. Большое центральное, которое мы называем Солнце, и второе, которое мы не видим. Но которое видно с Марса. Не всегда, но с гораздо большей вероятностью, чем мы тут это можем на это надеяться. Дальше следует понимать, что у каждой большой звезды, а Сириус А – это очень большая звезда, есть много планет, на которых разные цивилизации, включая те, которые выглядят как мы, то есть антропоморфные. Есть система Сириус Б2, тоже много планет. А третий известно гораздо меньше. Так вот, вы представьте себе, сколько там представителей разных цивилизаций нашего типа. Из того, что известно вообще, это то, что там обитают разные цивилизации, относящиеся к разным группам и к разным уровням развития. И там есть те, кто по отношению к нам могут считаться захватническими. Вот так вот.
Ну вот точно так же, как и Орел. Кого там только нет. Есть большая-большая группа антропоморфных цивилизаций, то есть выглядящих как мы. Например, с пояса Ориона. Ну, считается, что это, в общем-то, светлая зона. И оттуда прилетают тоже разные. Есть те, кто совсем как мы, которые, если появятся они там на базаре, на Восточном, вы его не отличите от человека. Абсолютно. Никак. Пока он не исчезнет просто среди бела дня бесследно. О, тогда будет понятно. О, что-то тут было. А есть те, кто приходит в теле, которое является светом. Тело в виде света, сгущенного. И видны черты лица, ну, так, приблизительно похожи на что-то такое тибетское. И причем в головном уборе, который выглядит как головные уборы тибетских лам. Вот такими этими двумя такими штучками. И ничего случайного тут нет. Вообще головные уборы, которые носят представители разных народов, национальностей, народностей и так далее, это тоже эхо, это тоже из сказки. Там сплошные намеки. Ни один вид головных уборов случайно не образовался. Всегда что-то есть оттуда. Так вот, тибетско-гималайская вся эта система – это результат влияния на них этих светоносных существ, на которых местные старались быть похожими. Это естественный рефлекс вообще, присущий нашему типу цивилизации, такой примитивный. Быть похожими на кого-то там, не знаю, сверху или кто тут во власти над тобой. Лучше всего это изучили этнографы и этнологи, которые шастали по островам Юго-Восточной Азии, на которых во время Второй мировой войны американцы иногда приземлялись на своих военных самолетах. Там что-то случалось, они приземлялись, там взлетали. Так местные аборигены до сих пор, они, в общем-то, в таком деле, в первобытно-общинном строе находятся. Они до сих пор из соломы строят модели самолетов. И им поклоняются. И ждут, когда эти белые боги снова приземлятся и сгущенку им подарят. Все это есть в фильмах документальных, это все отражено. Так что, если возвращаться к Сириусу, там много кого есть. Есть те, кто благотворно, благовразумительно даже влияли на человечество в определенные периоды его существования, формирования культур, эпох и так далее. А есть те, кто приходил как захватчики, как эксплуататоры, которые в том числе не гнушались тем, чтобы показать на пирамиды и сказать: это мы строили. Излюбленный прием всех захватчиков и всех темных. Уловить, чему поклонялись люди как светлым богам, а потом назвать это своим и принудить поклоняться себе. Сплошь и рядом в человеческой истории. То есть захват чужого наследия и выворачивание его наизнанку, использование против людей. И что нам далеко за примерами ходить? А христианство в нынешнем виде это что, друзья? Вот так вот. Ну, я думаю, что достаточно для ответа на этот вопрос. Может быть, когда-нибудь мы более конкретно поговорим о каких-нибудь представителях оттуда. Но если вы хотите как следует почерпнуть что-нибудь о представителях цивилизации
одной из цивилизаций, обитающих на одной из систем Сириуса. Это то, о чем я сегодня уже говорил. Наследие племени Догонов. Вот так. А лучше мы пригласим на нашу встречу представителей Сириусов и все проведем эту замечательный эфир. Да? В крайнем случае, как там, мост. Мост. В конце 80-х. Мост. Мост. Так, ну что, Екатерина Райт. Ричард. Здравия желаем, с приветом с Португалии. Сын Ричард так разошелся с вопросами, особенно в порыве благодарности Юрию Рубиновичу за подарок, сюрприз в виде потрясающей авиамодели. Вот видишь, выдали секрет, да? Что теперь не остановить? Спасибо вам, что отвечаете на наши вопросы. Итак, от Ричарда. Существует ли или можно ли сделать экологически чистые самолеты, не ковры самолеты или телепортация, а именно крылатые железки? А также какие еще инопланетян есть летательные аппараты внутри планеты, вроде ковров самолетов, и межпланетные летательные аппараты? И возможно ли нам их изобрести и использовать? Также очень благодарю за полученный подарок, мне очень понравилось. Благодарностью, теплотой в душе за все, что вы, Владислав и Юрий Рубинович, делаете, просвещая нас. Екатерина и Ричард Райт. Ну, приятно такие слова слышать, конечно. И спасибо вам, и долгих, добрых, и плодотворных в творчестве вам лет жизни и участия в нашей общей программе. Программе построения светлого будущего, в котором многое будет, а многое уже есть. Если говорить о самолетах, ну так, по-простому, которые экологические. Да есть такие, летают на водородных двигателях. Есть. И довольно интересные модели. Но, правда, в основном такие private jet'ы, ну, то есть частные самолеты, такие фешенебельные, на несколько человек. Ну, максимум там 12, по-моему. По-моему, Гольфстрим разрабатывали такую технику, еще что-то. То есть, понимаете, эти, которые летают на таких самолетах, частных, реактивных, они могут себе позволить любую блажь. Ну, когда у человека миллиарды, то почему бы такое не сделать? Еще и потом выпендриваться, говорить где-нибудь на каких-нибудь форумах. Я вот летаю на экологичном самолете. Кстати, когда недавно Билла Гейтса там подловили на таком вопросе, что вы тут ратуете за экологизацию нашего мира, чтобы существующие технологии, загрязняющий мир, чтобы они были отвергнуты, а сами летаете на своем частном реактивном самолете, тот как-то так, очевидно, был не готов к такому вопросу, но сразу начал говорить, я ж такой влиятельный, я же вот главный, я много чего делаю, и поэтому должен летать на таком самолете, на керосинке, короче. Не знаю, почему он не вспомнил о том, что есть уже модели с водородными двигателями, я не знаю. А теперь, что касается каких-нибудь еще воздушных средств передвижения. Ну, я как-то говорил о том, что в Дубае, по-моему, пару лет назад Россия продемонстрировала макет очень интересный. Причем там информация говорила о том, что это действующая модель. Вот, такси, у которого двигателей нет, а внутри очень удобно, между прочим. И она летает. Ну так тихо, скромно. Ну, наша разработка. Но раз она без двигателя летает, то это что, друзья? Ну, то, о чем тоже много раз говорилось. Ждет своего часа. А когда наступит это время, оно уже совсем не за горами. Вот это и будет летать.
А все эти керосинки чадящие, да еще и гадящие на нас сверху, это все уйдет разом. Так что, Ричард, все у нас впереди. Я очень надеюсь, что и тебе удастся во всем этом поучаствовать. А начать надо с того, что теперь в твоих руках, я очень надеюсь увидеть на видео, как это все в собранном виде. И все это очень интересно. Во всяком случае, то, что я послал, это моя самая любимая машина из советского прошлого. Я как ее увидел, помню, в журнале «Техника молодежи». Я в нее влюбился. Это такой дизайн. Просто Да. Ильюшин гений. Ну там, а мама талантливая, мама тоже надо помогать, да, Кать? Так, Буду хорошо, стараться слышь. и маме помогать. А, коль пошла детская тема, продолжаем вопрос от детей. Алена. Здравия, Владислав и Юрий. Владислав, если можно, я задам вопрос своего внука. То у нас были дочки, сыновья, а теперь внуки пошли. Предыстория. Моему внуку 5 лет. Зовут Тимоша. Подарил ему ночник в виде земли. Ему он очень понравился, и вообще ему нравится все про звезды и любит динозавров. У него вся комната в динозаврах. А у тебя в детстве не было комнаты в динозаврах, нет? У меня в детстве своей комнаты вообще-то не было довольно долгое время. А, я понял. Я как-то начала рассказывать ему про Землю, что внутри Земли тоже есть жизнь. Тимоша молчал, слушал и спрашивает, а динозавры туда спрятались? Их можно там увидеть? Вопрос. Есть ли где-то на Земле, запятая, в галактике, динозавры, где их можно увидеть? Во-первых, и на Земле они есть. Есть разные. Из того, что нам известно на сегодняшний день, в основном это очень мощно продвинувшиеся в эволюции сознания хищники. Нам их, между прочим, периодически показывают в разного рода голливудских блокбастерах. Всякие велоцератопсы. Вот, по-моему, в прошлом году вышел на экраны последний фильм из таких настоящих блокбастеров, мощных, где эти ребята очень сообразительные. Правда, конечно, все равно примитивизированные по сравнению с теми, кто обитает в подземельях. Но, тем не менее, есть и отрывочные сведения, пока еще не очень подтвержденные, о том, что там где-то обитают травоядные. Есть определенные причины, и зоологи это хорошо знают, по которым именно хищники могут с большей вероятностью выживать в этих структурах земных. Ну, как минимум, надо, чтобы там все-таки соответствующая травка и прочие растения были. А с этим там почти везде напряженка. Я имею в виду те самые области, в которых обитают вот эти хищные. Так что есть, конечно, и гораздо более глубинные структуры. Внутренняя земля – это сотовидная структура. И каждая сота может быть тоже разного размера. От пещеры, ну, допустим, очень большой. Вот недавно во Вьетнаме открыли очередную пещеру, там колоссальных размеров. Но самая такая колоссальная пещера – это ничто по сравнению с теми, в которых внутри Земли обитают целые цивилизации. И там такая пещера может быть как с мегаполис, который у нас на Земле вмещает десятки миллионов человек. А есть пустоты размером с целый штат.
американский, или область какую-нибудь в России. Земля большая. И там уже могут быть какие-то свои собственные виды и животных, и тех, кого мы называем динозавры, а они могут называть их по-другому. Так что это не фантастика, это просто из области нормальной вероятности в науке зоология. Главное, чтобы были соответствующие условия жизни, а жизнь всегда будет проявлена. Это первое, касаемо ответа на этот вопрос. Дальше. А как вообще появились существа, которых мы называем динозавры на нашей планете? Значит, то, что сегодня известно и от ветеранов тайной космической программы, Пенни Брэдли об этом говорила, Рэнди Крамер об этом говорил Эмери Смит, Джейсон Райс, многие другие, когда они рассказывали об опыте взаимодействия с представителями драконидцев. Это первая часть свидетельств. Дальше. Линда Молтон Хоув. Это ветеран исследовательской и расследовательской журналистики. Она посвятила, ну, практически всю свою жизнь главной теме. Тема взаимодействия людей с представителями других цивилизаций. А началось все это у нее с темы исследования трупов животных, выпотрошенных неведомой силой. Это animal mutilation по-английски. В 1979 году, будучи представителем очень крутой американской телевизионной компании, она выехала на место, где все это обнаружилось, и понеслась. Вот с того времени она занимается этой журналистикой, и сейчас, в наши дни, она уже потрясающие доклады делает. Я совсем недавно закончил слушать доклад ее в Манчестере. По-моему, это было в прошлом году. Но это что-то такое феноменальное такое. Она там свела воедино гигантские пласты конкретных данных и с потрясающими, очень правильными выводами. Почему я ее вспомнил? Потому что в одном из ее выпусков на ее канале в YouTube Earth Files, земные файлы, она сослалась на человека, который вышел на нее, это было в 90-е годы, это был представитель разведывательной службы американского военного ведомства. И он поделился с ней информацией, которую получил в этой структуре, будучи допущенным кое-каким программам в связи с взаимодействием этих структур с драконицами. И обобщая эти данные с данными, получаемыми из контактов с другими цивилизациями, с которыми разведывательная система Америки тоже взаимодействует, он предъявил ей следующее, что повторяю, то, что говорили и ветераны тайной космической программы, и другие контактеры, так скажем, что первыми осуществлять опыты по привнесению в биосферу Земли конкретных, готовых форм жизни, не примитивных козявок там каких-нибудь или бактерий, как до сих пор Нобелевская наука на этом настаивает, а готовых форм жизни, динозавров в готовом виде. Этим занимались драконицы. Они здесь, на Земле, пользуясь тем, что в плотном виде здесь не существовало человечества, они еще, первые люди, были весьма такие облачные во всех смыслах. Об этом написано в тайной доктрине, в других источниках, я об этом говорил. Пользуясь этим, то есть законами галактическими и вселенскими, позволявшими на тот период в том состоянии Земли делать свои опыты. Они их и делали. Высадили тут
своих ребятишек, вот этих вот рогатых, зубатых и всех остальных, и начали их тут разводить. И между ними тоже были тут разные интересные терки, и что было несколько фракций драконийцев. Одни выращивали здесь, как мы бы сказали, скот мясной, другие еще какой-то, а третьи начали выращивать своих звероящеров, которые охотились на этих. То есть интересная ситуация. То есть это говорит о том, что где-то на других планетах, которые тоже находятся под влиянием драконийцев, там могут быть просто целые миры, состоящие только из существ, которых мы называем динозавры. И это нормально. И они там могут эволюционировать во всех смыслах, включая сознание, и доходить до такого уровня, когда они уже начинают пользоваться какими-то технологиями. Как они их получают? Это вопрос другой. Пользоваться технологиями. А дальше куда кривая вывезет? Может вывести и в наше пространство. Так что все это вероятно, и сводить величайшее вселенское многообразие форм жизни, форм интеллекта, сознания к примитивизму нашей нобелевской науки, это самое последнее, что следует делать. Все может быть во Вселенной. А то, что внутри нашей Земли еще есть какие-то такие формы жизни, да, это факт. Более того, во многих таких местах, это в основном, конечно же, очень теплые страны или страны умеренно или преимущественно теплые, относящиеся к субтропической зоне, к тропической, экваториальной. Это не только Африка. Это Южная Америка, это Южные Штаты, Соединенные Штаты Америки, это Мексика, Центральная Америка. Там есть места, о которых знают местные жители и знают веками, что туда-то соваться не надо, мало не покажется, скушают. И хорошо, если сразу, а не по частям. Ну, таковы условия. Ну, в России, наверное, тоже есть. В России тоже есть, но, конечно, в меньшем количестве, и у нас свои особенности. Ну, они более закаленные, наверное. Да, у нас особенная стать. В Россию можно и нужно, и не только верить. Байкал один чего стоит. Да. Вдумайтесь в название озера, соотнесите это название с тюркско-восточным языком. Вот такое откроется сразу. Да. Так, ну ладно, коль пошла тема пушистых зверюшек, не грех упомянуть и тему, которая задает следующий вопрос от Елизаветы. Здравствуйте, друзья. Кощей бессмертный. Кто это? И почему его смерть на конце иглы, до которого еще нужно добраться? Может, где-то есть эта игла? Вот бы какой-нибудь Иван до нее добрался. Кто такой Кощей Бессмертный? Как очень часто бывает в такого рода сказаниях, сказках, мифологемах, образах, может быть сразу многое, разное. Например, есть такой Сергей Алексеев, если я не ошибаюсь, автор книг про сокровища Валькирии. Человек, который очень сильно повлиял на самого главного российского юмориста, недавно ушедшего в мир иной. Михаил Задорнов. Он довольно хорошо копнул эту тему, тему образования наследия прежней великой цивилизации. Это не только Тартария, это панславянский суперэтнос. Взаимодействие его с другими мирами, представителями других цивилизаций, тоже разных.
И там много чего было за все эти эпохи то, которых чего только не было, и вместе со всеми этими потопами и так далее. Так вот, оттуда пришли некоторые слова, закрепившиеся в группе славянских языков. В польском языке коштуе стоит. Или коштуе, сколько стоит? В английском cost стоимость. Кошт в некоторых славянских языках это нечто, в чем хранится что-то важное, дорогое, ценное, деньги в том числе. Кошелек. Да? То есть это образ, это символ чего-то. Кошт. Над кем есть тот, кто этим владеет, распоряжается, является хранителем и так далее. В данном случае это неплохо и нехорошо, потому что ценностью может быть что-то гораздо более важное, чем деньги. И есть такой образ. Он есть в сонме праславянских богов. Читайте. То, что в наших сказках это уже нехороший герой, так я сегодня уже говорил. Сколько примеров, когда захватчики в человеческом виде сюда прибывают, как говорила Пенни Брэдли, кстати, из ее опыта службы в Нахтватен, они там имеют богатый-богатый опыт сражений, с кем только они там не воевали. Что самые опасные – это те, кто выглядит как ты. Так вот, исходя из этого, запросто были ситуации, когда берется что-то позитивное, захватывается, переначивается и используется уже как некая часть единой системы насилия, манипуляции, управления, полной противоположности. Вместо охранения вот этот уже образ, как у Пушкина, скупой рыцарь. Вот оно. Вот оно. Почитайте Пушкина. Вчитайтесь в то, что написано в этом. Вообще у Пушкина в этих сказках там столько всего мудрейшего. И про русалочку, про моральную нравственность. Так вот, переходим к Кощею обратно. Значит, смерть его на конце иглы. Те, кто исследовали эту сказочную мифологему, все сходятся на том, что это, в общем-то, скорее всего, подчеркиваю, это мнение тех, кто основываясь на строго научных каких-то основаниях, изучая много-много чего такого параллельного, пришли к выводу, что это позвоночник. Все-таки. Ну а дальше яйцо – это тонкоматериальная структура человека. И уж об этом сколько я за последнее время говорил. Действительно, тонкоматериальная структура человека, ее наиболее плотная часть, она абсолютная реальность, потому что в 1988 году была применена технология фотосъемки в ультрафиолетовом поле в Киевской лаборатории. У меня есть эти снимки, и они до сих пор доступны в интернете. То, что окружает человека, действительно похоже на яичко. Овоид. Вот оно яйцо. Ну а дальше разные варианты преподнесения сказочного персонажа могут отличаться какими-то деталями. То яйцо там, значит, в утке сначала, то в зайце. В общем, там это уже
все по-разному. Это уже намек на какие-то технологии, которыми располагают некоторые цивилизации. А вот это уже факт. Технологии мимикрии, то есть способности выглядеть как. Что такое мимикрия? Это способность подстраиваться внешним видом под что-нибудь. Это хорошо известное свойство в живом мире. Мимикрия. Так вот, есть технологии, которые позволяют инопланетянам выглядеть как угодно. Как что угодно. Значит, есть такая версия, что в данном случае это существо, обладающее или обладавшее такими технологиями. За счет того, что овоидная структура, очень мощная энергетически, все виды вот этих мимикрий, вся ТКП, все технологии построены на энергии. Есть энергия, что угодно можешь делать. Буквально, что угодно. Теперь, последние разработки, о которых известно в ТКП, тайная космическая программа, американцы и некоторые другие обладают. Это плотные голограммы. И об этом я тоже говорил. То есть это голограмма, которую можно пощупать. Она твердая, постучать по ней можно. Она может запахом обладать чем угодно. И это не сказки. Это системы самого современного вида маскировки. Или блокирования доступа куда-нибудь. Подчеркиваю, это не сказки. Но примененное, допустим, таким вот образом к живому объекту, это может быть в таком сказочном русле описано в этой сказочной конвейере. И таких вариантов много. Так что здесь запросто может быть намек на некие пока недоступные нам технологии, но которые имели место в те времена, когда существовал некто, исполнявший роль коштея, то есть охранителя или, если угодно, заведующего тем, что ему давалось в охранение для того, чтобы это все было сохранено. А то, что это все редуцировалось и выродилось захватнический принцип, когда над награбленным кто-то там чахнет, да? Злой Кощей над златом чахнет. Вот пусть он там и чахнет. С представителем этого нехорошего мира, я надеюсь, мы скоро разберемся и будем жить уже с нормальными существами, которые не чахнут, не дрожат, как скупой рыцарь, а разумно и во благо всем распоряжаются истинными драгоценностями. А истинная драгоценность всегда это знание. Фрэнсис Бэкон был абсолютно прав. Scientia est potentia. Знание – сила. Важно в чьих руках. Браво. Еще один вопрос от Елены. Я его соединю, там два вопроса, потому что мне показалось, что они связаны. Доброго здравия, Владислав и Юрий. Извините, у меня два вопроса. Где-то читала, что строительство мегалитов и пирамид осуществлялось с помощью музыки, космического звучания флейты. И второй вопрос. Один музыкант просверлил на своей гитаре отверстие, и звучание стало нереально красивым, с иными частотами. И секрет не просто в отверстиях, а в знании, где они сделаны. Так Юрий улыбается. Я понимаю, у кого, кто просверлил эти отверстия. И не секрет не просто в отверстиях, а в знании, где они сделаны. Имеется в виду цифровой ряд Фибоначчи. Мне интересно ваше мнение по этим вопросам, Юрий Рубинович. С большим уважением, Елена. Так, ну, во-первых, о технологиях воздействия на окружающий мир с помощью звука мы говорили и не один раз. Они
были отмечены этнологами, этнографами на Востоке. Сами наблюдали. По-моему, кто-то даже пытался делать видеосъемку. Как там монахи местные в горах. То ли Тибета, то ли Гималаев, я уже сейчас не помню. Во-первых, издавали сами какие-то горловые интересные звуки. Во-вторых, звучали там такие здоровенные, у них трубы есть, похожие на трембиту. Ту самую. Помнишь, фильм был? Трембита. Очень хороший фильм. Помню. Да, то есть такие же трубы, но только в Карпатах. А это тоже о многом говорит. Сразу такие параллели. То есть да, это все известно, и это вполне реально. Есть много видеороликов, на которых ставятся опыты. Идет воздействие звуком на струю воды, например, льющуюся из крана. И струя просто зависает в воздухе. Так что для тех, кто понимает и знает физику волновых явлений, и кто спокойно реагирует на такой термин, как стоячая волна, пучность, многое другое, или кластер звуковой. Это, понимаете, это все уже давно известно. То, что широкие массы об этом не знают, но значит, надо, чтобы они были в неведении, чтобы до сих пор были уверены, что рабы строили пирамиды. И сразу намек. Ну, с вами может делать то же самое. Пирамида власти есть? Есть. Рабы там должны быть? Должны. Вот и сидите и не вякайте. И поэтому такая система обучения у нас в школах. Что касается гитары, да, этот ролик есть, он мне постоянно на глаза попадался, пока я его не посмотрел. С точки зрения акустики все сделано верно. Я вот лично не очень уверен, что там все изображено, в смысле, сделано по числу Фибоначчи, ну, есть там нюансы, но для тех, кто знаком с предметом гитаростроительство, там многое понятно. А уж эту тему я хорошо изучал. Я даже рассказывал эту историю, когда Боб Боссон, с которым я лично познакомился в 86 году, они приезжали к нам в Ригу, были в Риге, в Москве и, по-моему, еще в Питере, давали концерты. Это была первая настоящая канадская фолк-группа, которая исполняла песни фолк. Ну, там были обстоятельства, при которых мы познакомились и подружились. До сих пор переписываемся. И он из Канады мне прислал две книжки. Первая о том, как вообще устроена акустическая гитара, а вторая, как ее ремонтировать. Я обладал таким сокровищем. И от корки до корки все там прочитал. Скажи, так а вот я... это все-таки космическое, да, изобретение гитары. Я вот сколько не смотрю, но это надо было настолько там, извини, что перебиваю, посвятить разных знаний, чтобы на выходе было вот такое изобретение. Это же потрясающе. В каком-то смысле это космическое, в каком-то нет. Гитара – это следствие развития такого рода музыкального инструмента, который родился из весьма восточного направления. То есть это арабский мир, который дал некую такую основу звучащего дерева. А дальше, ну, всем, кто занимался историей эволюции музыкальных инструментов, это все довольно известно. Другое дело, что, ну, конечно, из чего-то такого примитивно древнего, еле-еле откликающегося на вибрации струн из жил животных до современной акустической гитары какой-нибудь, не знаю, очень высокого класса, которая звучит просто как оркестр при правильном подходе к инструменту. Ну, как у Томми Эммануэля или многие инструменты фирмы Мартин. Это просто
Настоящий космос звуковой. Это время заняло определенное. Я имею в виду эволюцию. А космос здесь, конечно, есть. Коль скоро вся Вселенная построена вибрациями первичной материи. И уж об этом говорят все космические цивилизации. Так что тут есть родство в главном – вибрациях. А частоты – это отдельная тема. А ты случайно себе дырки не сверлил в гитарах своих? Не пробовал? Что? Дырки себе, да, не сверлил? Знаешь, я скорее сам себе зуб просверлю, чем гитаре дырку. Нет, это на такие эксперименты со своими инструментами я не готов. Это разумно, разумно. Ну что, друзья, я хочу всех поблагодарить за вопросы и Юрия за ответы. И перед тем, как Юрий сейчас озвучит, какой вопрос ему больше всего понравился, я хочу показать, что мы приготовили. Позавчера был большой праздник Святой Блаженной Матушки Ксении Петербургской. И вот эта медаль юбилейная полетит к тому, чей вопрос взрослого человека определит Юрий. И на всякий случай, у нас сегодня было два детских вопроса, да? Вот такая замечательная книга «Родное слово» от Ушинского достанется, если Юрий выберет детский вопрос. Итак, мы сейчас узнаем, какой вопрос он выбрал и вообще куда это полетит. Значит, первый вопрос я запомнил и как-то отметился он у меня. Он был первым. Если я не ошибаюсь, этот человека зовут Людмила. Да, могу это... да. Вот. Теперь насчет детского вопроса. Наверное, второй вопрос. Хотя вопрос от внука, да? От внука. Насчет средств передвижения, это мне чрезвычайно интересно. Но вот внук у нас динозавра, динозавры, динозавры, а я маленький такой. Так что нашему замечательному слушателю, точнее, ну, бабушке, его внуку, пусть будет эта книжка, тем более это самое то. Ольга Ивановна, ждем ваш адрес, и внук переключится с динозавров на родное слово от Ушинского. Полезно? Да, это здорово. Так, ну и маленький традиционно блочок новостей. Сегодня такой очень маленький. Во-первых, я хочу поблагодарить Алексея Третьяченко, который постоянно помогает каналу Астралионики, Альянсу своими потрясающими видеоработами, которые буквально вышли вот в понедельник, о отзывы о продукции Альянса. Леш, благодарю тебя искренне, ты действительно нам помогаешь. Причем так творчески. Там и музыка красивая, и вовремя информацию, которую ты в ней соединил вот в этом фильме. Благодарю тебя. Вторая новость пришла, инициатива. Владислав, добрый день. Как вы смотрите на то, чтобы среди ваших подписчиков бросить клич о помощи зоопаркам Донецка и Мариуполя? Зоопарки в бедственном положении, нужна помощь. Директора и сотрудники смогли сохранить зверей, но не до конца. Я эту ссылку опубликую на канале в Телеграме. Там очень большая ссылка. Вы там все найдете и, в общем, решите, как помочь этому зоопарку. Следующая новость. Друзья, у меня будет к вам огромная просьба. Сейчас огромное количество друзей звонят Ирине Бахаревой с просьбой получить диагностику. Значит, информация следующая.
закончилась третья волна обучения по диагностике. Сейчас там идет четвертая под руководством Елены Великановой. Леночка, тебе тоже огромное спасибо. Как только будет учеба закончена, произойдет собеседование у Игоря Ивановича. И уже после этого и практики мы вам дадим вот эту возможность сделать диагностику. Но это еще не все. Речь в первой части шла о дистанционной диагностике. Мы сейчас уже с нашей стороны дополнительно пробуем очень серьезную диагностику, но очную. Когда к вам надо будет приехать, к нам, вот, и там будет три вида. Экспресс-диагностика, диагностика по конкретному органу и полная диагностика. То есть с помощью этой диагностики вы получите экспресс-диагностику всего своего организма, но она очная. Там, правда, есть продолжение и дистанционной, но ту интеграцию, которую мы сейчас осуществляем, она появится только к середине этого года. Поэтому мы заранее оповестим среди всех наших информационных каналов о диагностике, о начале диагностики, о начале глобальной диагностики. И поэтому не надо сейчас звонить Ирине, она и так перегружена в связи там, с огромным количеством вопросов, которые она курирует. Мы вам обязательно заранее об этом сообщим. Следующее. Я хочу обратиться к друзьям, всем нашим друзьям, с просьбой, если вы владельцы уникальных технологий, и эти технологии находятся уже в промышленном или ином выпусках, то есть она уже выпускается в разных странах мира, наши двери открыты для всех нас. Я опубликую под нашим видео электронный адрес, вы можете ко мне обратиться. Мы очень быстро рассмотрим, и самое-самое интересное мы включим в наш интернет-магазин. И еще я напоминаю, что не за горами Масленица и волшебный мешок Масленицы и Медведя Кома готов. Мы готовим сейчас специально мартовскую программу не только для тех, кто подписан, и не только для тех, кто еще подпишется, но и это сюрприз, большой сюрприз. Ждите. Конца февраля мы ее вместе с Юрием обязательно объявим. Поэтому все, кто не подписался на каналы Астралионики и Альянса, вы еще это можете успеть. Сделать репост наших новых секретов. Написать мне на тот адрес, который будет ниже указан. И среди вас мы обязательно распакуем волшебный мешок Масленицы и Медведя Кома. И в марте к вам полетят уже огромное количество разных подарков и призов. Ну и на этом я хочу передать слово Ее Величеству Музе. Муза, готова сегодня? Муза сегодня постучалась, пришлось ей вежливо отворить, и тут началось. То есть, собственно говоря, постучалось оно в виде той самой замечательной песни, бодрой, маршеобразной, откуда взята первая строчка. И получилось следующее. Это, конечно, не надо воспринимать как то, что надо сделать в виде марша, потому что тут припева нет. Так хочется сказать, пока что. Но получилось следующее, и когда я это все закончил, такое было интересное ощущение, что это скорее не творение в духе Алексея Николаевича Толстого, о котором я сегодня говорил, а это какое-то послание. Впрочем, решать вам, дорогие друзья. Итак, мы рождены, чтоб сказку сделать былью. И эта быль все сказки
превзойдет. Наш путь в веках осыпан звездной пылью. Род человечий этот путь пройдет. Пройдем огонь сражений и борений, и воды смуты, страсти и вражды. Вперед вести нас будет светлый гений, огонь сердец, что от родной звезды. Единены одной мечтой нетленной, мир поднебесный к свету привести. Творец доверил нам судьбу вселенной, и мы должны его не подвести. Браво! Браво! И еще я хочу обратиться к друзьям. Друзья, не волнуйтесь. В понедельник не вышел наш выпуск. Какое-то количество понедельников, возможно, они не будут выходить. Но мы постараемся, чтобы они выходили в среду. Потому что теперь по понедельникам мы с Юрием выполняем очень ответственную работу, о которой вы, наверное, скоро узнаете. Поэтому не волнуйтесь, все по плану. Будем выходить пока по средам, а там, может быть, обратно по понедельникам. Поэтому всем вам мира, любви, терпения и творчества. Всех благ, здравия. И давайте работать так, чтобы его не подвести. До новых встреч. До новых. Thank you.